знакомство с новым своим будущим другом и, будем говорить, мужем проходит весьма скромно, напряженно, потому что он тут хозяин был, и пока он особо внимания не уделяет, а наоборот дает понять, кто здесь хозяин. Новую жыхарку зоосада привезли из гадавальника, где мэтанакіравана занимается разведением верблюдов. Их молоко выкористовывают у медицинской галине. Не глядя на то, что самка выглядая больше великой за Джамаля, яны одногодки. Для экзотичных живелов складены специальный рацион – сено, комбикорм, мука, корнеплоды. Словом, все, что потребно копытному. Побудовали две хатки – летнюю и зимовую. Теперь молодой пары ніякая непогать не страшная. До того ж, до наших климатичных умов верблюды адаптованные. На их родиме у казахской степи слупок термометра бывает опускается до минус 30. Теперь навученцы колледжа будут выбирать имя своему новому гадаванцу. Любовь у них начнется настоящая, так это после трехлетнего возраста. Я надеюсь, что у нас будет обязательно потомство. И это потомство мы научим, чтобы катало детей, людей на себе. Тем более у нас есть еще одно место прекрасное возле Днепра, где они будут прогуливаться. То есть это, опять же, интерес, удовольствие для посетителей нашего зоосада. До речі, каштує такая пригожусь не танна – 3000 долларов. Однако тримали самку верблюда у обмен на двух маленьких оленят. Так что керавництво зоосада у выигрышу. До того ж, на наступном тыдні прибудуть и невесты для морала. Так само про обмен живелами. Кристина Каранкевич, Юрий Ілбовніков, Новини регіон.